Так, приветствую всех любителей математики, моих друганов, ну и всех остальных тоже. Сегодня у нас будет продолжение предыдущей серии. Итак, в предыдущей серии у нас что было? Мы рассматривали вот это дело. Здесь я натуральный ряд, здесь у нас квадрат, и вторая строчка вот зеленая. Там определенным способом мы получили, как бы сказать, такой числовой квадрат, не квадрат, числовой треугольник. Графики строили и так далее. И вышли на последовательность А210-440, вот на эту. Так, сегодня мы чуть-чуть побольше сделаем. Я быстро ролик запишу, лишь бы это с головы убрать. Так, сегодня мы сделаем так, вот этот числовой треугольник, который вот здесь. Мы его сюда перенесем, но при этом все эти значения, они кратны четверке. Мы это сразу на четверку поделим и так запишем. Вот в таком виде он более красиво выглядит. 1, 2, 2, 3, 4, здесь натуральный ряд, здесь натуральный ряд. Ну, очень легко строится, здесь посмотреть на него, принцип построения очень легкий. Понятно, да? Вроде ничего такого нету. Так, единственное, там что было, мы на этом графике, вот этот y, x квадрат, получили такие прямые, вот эти. Вот они, эти прямые все. И так далее. Ну, любая строчка является прямая, со своим шагом определенным. Так, ну, это мы уже рассматривали. Сейчас мы вот с этим треугольником немного посмотрим, что. Эту сумму мы пробивали, не помню. 1, 4, 10, 20. Сейчас мы ее пробьем. Ну, должна быть, потому что она кратная. 1, 4, 10, 20. Дальше что там? 1, 4. Ну, вот это... Вот эта последовательность, это вот это получается. А она кратная 4 от этой. Ну, должна она там быть. Ну, сейчас проверим. 35, 56, 84. 35, 56, 84. Так. 35, 56, 84. Должна быть. Сейчас посмотрим. Быстренько. Есть такая последовательность. Такая последовательность есть. Ну, не будем заморачиваться тут. Хотя можно первое перевести, посмотреть, что там. Сейчас посмотрим, что такое и так далее. Шаров, треугольник, пирамиде, каждый ребенок, совершенно шаров. Ага. Их чисел. Одно из пяти платоновых полиэдрических чисел. Так, ладно, все, это хорошо. Мы не математики, нам это... Нет, а мы любители, мы даже на любителей с трудом тянем. От случая к случаю. Так, ладно. Это есть такая последовательность. Ладно. Есть, так есть. Пошли дальше. Теперь из этого треугольника мы наподобие, вот когда там есть треугольник Паскаля, там они определенным способом делают эти числа Фибоначчи. Вот мы аналогичным способом отсюда другой ряд вытаскиваем. И сейчас его пробьем. Так, сейчас мы его пробьем. Посмотрим. Вот этот ряд забьем. 1, 2, 5, 8, 14, 20, 30, 40, 2, 30, 40, 55, 70, 91. Есть такой ряд. 112, да, правильно. Имеется такой ряд. Так, сейчас посмотрим. А, в ноябре только 2014 на него вышли.
Кошмар, кошмар. Так, это убираю, посмотрим, что это заряд для него. Посмотрим, так. Максимальное количество несовместимых троек в турнире на N плюс 2 узлах. Исправлено, да? Чик. Лин. Лин. Дроженчик. Диджик. Максимальное количество несовместимых троек в турнире на N плюс 2 узлах. Так, ладно, это далеко мы зашли уже. Так, поехали дальше. Так, эта последовательность тоже известна, да? Ладно, известно так, известно, ничего страшного. Поехали дальше. Так, а дальше что у нас там? Так, с этими разобрались. Это есть. Кстати, надо было пометить, какие эти последовательности. Вот это аналогично сюда забить. Ну ладно. Главное, сама последовательность есть. Теперь, здесь мы квадрат делали. Сейчас мы сделаем куб. Посмотрим, что с кубом у нас получится. Поднимаем. Я здесь уже все посчитал заранее. Чтобы время. Но посчитать-то я посчитал, но я не проверял. Значит, здесь натуральный ряд идет. А здесь идет кубы. Куб, 27, куб тройки там, ну и так далее. Точно таким же способом сделаем этот числовой треугольник, который идет в правую сторону бесконечность. Здесь пробиваем их суммы. Сумму. Там, где возможно. И сейчас мы эту сумму забьем. 0,852. Ну так, ладно. 0,852. Сейчас посмотрим. Есть она там. 52. Или ее там нету. Так, сейчас, как бы это... 176, 444, 936, 1752, хватит. Сейчас посмотрим. Нету такой. Извините, отсутствует база данных. Ну, шаг вправо, шаг влево, уже ничего нету. А мы только кубы начали. Так, ну нету, значит нету, ничего страшного. Так, если нету, это последовательность свободная. Так, ладно. Нету, так нету. Поехали дальше. Этой последовательности нету. Ну, нету. Так, нету. Сейчас посмотрим. Так. Она на Z идет. Вот мы на Z и напишем. Нету. Не. Нету такой последовательности. А, она здесь тоже кратно. На 2 делится, на 2. Скорее всего, и этой последовательности тоже нету. А здесь она так, потому что числовой треугольник здесь и такие числа не, дальше не идет. Короче, вот этот числовой треугольник. Мы его разворачиваем и сюда делаем. Ну, с делением на 2. 8 на 2, 4, 26, эти 2, 13 и так далее. То есть все числа с этого делим на двойку. Так, поделили на двойку, получили новый треугольник. Числовой. Скорее всего, все другие треугольники числовые, которые будут получены таким способом, нету. Короче, в математике они неизвестны. Я до серии треугольников, до бесконечности. Главное, я сегодня придумал бесконечное количество числовых треугольников. Это кошмар. Но, соответственно, и этого, и этих последовательностей, которые там нету. Так, вот это аналогично числам Фибоначчи тоже. Подсчитываем. 4, 13, 41. Ну и так далее. Подсчитываем. Сейчас забьем их. Посмотрим, что будет.
Так, давай забьем, сейчас глянем. Так, этой нету. Глянем, глянем. Так, 4.13, 4.13, 41.81, 41.81, 166, 166, 275. Ну, еще одно забьем. 463. Так, я поиск дадим. Извините, последний отсутствует в базе данных. Ну, понятно все, но нету так нету. Ну, наука еще не догоняет меня, понимаешь? Такие дела, это кошмар. Как? Что такое? Чуть левее и уже все. Так, ладно, поехали. Дальше, скорее всего, и этой последовательности нету, и этой. И среди всех других последовательностей тоже не будет. Так, вот это мы построили график, это куб, положительная. Это ось ОХ, вот этот, который вниз идет с отрицательной стороны, мы его не строим, вот только положительное. Но здесь они уже не прямые. Если у квадрата были прямые, то здесь они уже не прямые. Так, дальше уже рассматривать не буду, хотя я вроде там еще и это четвертую степень обсчитывал. Это четвертая степень идет натуральных чисел. Точно так же строится этот числовой треугольник. Суммы их подсчитываются. Скорее всего, уже и эти суммы даже не будет. А ну-ка сейчас посмотрим, может пробьем его для интересу. Ладно, не будем. Вот то, что имеем, то и пробьем. Вот эти 5 чисел, 6 чисел. Ну, сейчас посмотрим. Ну, они их, скорее всего, нету там тоже. Скорее всего, сейчас пробьем. 0, 16, 160, 736, 2, 3, 3, 6, 5, 9, 36. Сейчас посмотрим. Нету. Отсутствует в базе данных. Ну, отсутствует, отсутствует. Что делать? Ничего, если отсутствует. Так, ладно, ну здесь числовой треугольник я вроде не считал. И вот этот график здесь тоже все кривые. Ну и кривые я не обсчитывал. Зачем они мне нужны? Кривые трудно обсчитывать. Можно, но трудно. А эти прямые, их даже обсчитывать не надо. Сразу видно, что прямые. Так, и что мы сегодня сделали там? Да? Ролик-то короткий. Короче, Москва не Сочи, а Сочи не Москва. Мы придумали бесконечное количество числовых треугольников. Это раз. И бесконечное количество числовых последовательностей. Только этих. А потом еще бесконечное количество вот таких последовательностей. Ты представь, я три раз дотронулся до бесконечности. Это же кошмар. Это целая серия. Эти только числовые серии. Эти суммы серии. И плюс вот эти треугольники. Но если вот этот треугольник, еще я думаю, скорее всего, он известен, потому что он очень легко строится там. Его даже интуитивно можно построить. А вот эти уже невозможно интуитивно построить. Так, ладно, все, на сегодня все. Следующее, я так хотел другое, честно говоря, дело. Но просто это пропадет, если не выложить. Поэтому решил это как-то оформить. Ладно, все, два. На сегодня я тебе потом еще чуть-чуть посчитаю. Все, давай, привет.